Брянские полицейские пресекли деятельность наркопритона. В течение полугода 28-летний житель советского района Брянска сдавал свою квартиру потребителям наркотиков. В ходе обыска жилья полицейские обнаружили самодельное приспособление для курения наркотиков, металлическое сито с частицами растительного вещества, а также полимерные пакетики для расфасовки доз. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.